В ночь с пятницы на субботу пьяных водителей вновь ловили в усиленном режиме. Машин, правда, в городе было мало, в основном такси. Вот как раз остановили пассажирского перевозчика. Нарушил. У него на заднем сиденье не пристегнут маленький ребенок. Ездите, ничего не боитесь, ни о чем не думаете. Думаете, что коснуться вот беда может каждого. Пешие прогулки в нетрезвом виде – вот чего этой ночью было с лихвой. Улица Маяковского, участок неосвещенный. Компанию пешеходов не видно. Хоть как-то заметно на дороге они стали в свете патрульных маяков. По этой стороне идите, я не знаю. Вас не видно вообще. А чуть подальше еще один бесстрашный пешеход также решил прогуляться по проезжей части в полной темноте. Машины ездят, темнота такая. Как вообще идете-то? Вас не видно вообще. Я ухожу сюда. Я вас увидел, как в стенке вы стоите. Что, извиняйте меня, извините, вас сейчас собьет кто-нибудь. Вон там еще, видите, желающие идут. До пешеходного перехода несколько метров. Этой парочке было лень дойти до зебры. Я знаю, что это опасно. Так а зачем ходите-то? Зачем ходите-то? Отвечаю, прости нас, пожалуйста. Не хотел. А вот еще один пешеход стоит у автомобиля, который остановил инспектор. Шел мимо и вдруг решил, что неплохо было бы пристать к полицейскому. Молодой человек посчитал, что ему обязаны сообщить, по какой причине остановили машину. Сотрудник полиции совершает право дорожного движения. Уходить ему не хотелось, так и стоял у патрульного автомобиля, пока не надоело. В эту ночь инспекторы ГИБДД прогнали с дороги немало пьяных пешеходов. Но уже под утро экипаж ДПС задержал пьяного водителя. Сам мужчина говорит, выпить повод был, сын родился. Можно было и такси, наверное, вызвать. Так не вот, до юбилейного. Ну так вот, видите, до юбилейного. Можно было такси, 40 рублей по району стоит. В нашей съемочной группе мужчина рассказал, в пьяном виде сел за руль впервые. Но, как выяснилось, опыт нетрезвого вождения у мужчины есть. Он лишен водительского удостоверения. Инспекторы составили материал, машину отправили на штрафстоянку. Рейдовые мероприятия продолжали все выходные. Всего дорожные полицейские задержали 14 нетрезвых водителей. Ольга Соловьева, Иван Цветков. Новости.